В рамках переделки одной из комнат под кабинет мне понадобился стол, в общем-то. И вот, собственно, в ходе ремонта я решил сделать стол, рабочую поверхность из старого советского шкафа антресоли, примерно что-то 77-го года. Вот эта штука стояла у нас на кухне раньше, там в квартире, и я ее благополучно расхерачил. Вот, и она все это время, месяца 4, стояла на балконе. И сейчас я понял, что, может быть, попробовать сделать из нее некое подобие поверхности, поскольку, ну, выкидывать что-то жаба задушила, на самом деле, хоть и это просто дрова. Вот, так что попробуем. Вот, и первый сейчас этап, это я снимал лак. И кто пробовал, наверное, знает, насколько это стрёмное занятие, потому что он воняет, конечно, просто неистово. Какой-то кожей, краской одновременно. Просто ужас. Вот так вот я сейчас выгляжу. Как половичок. И это только одна сторона одной из, по-моему, 6 деталей. Вот, я сначала сделаю сейчас такие стойки, которые будут служить основанием для столешницы. Вот, а из чего сделать столешницу, пока не знаю. Может быть, и купить просто, может быть, и что-нибудь другое найти ненужное и сделать. Такие вот дела. Пробовал, кстати, сначала шлифмашинкой, показалось, что очень много пыли, неистово много пыли, и думаю, ну нафиг, уберу шлифмашинку, взял болгарку с диском, корщеткой, тоже можно, но очень маленький диаметр в сравнении со шлифмашинкой, и болгарка очень сильно вгрызается в дерево, и, соответственно, получается очень много вот таких вот мест, где шпон тоже срезан. И остается только уже сами плиты ДСПшные. В принципе, большого значения это не имеет, потому что это будет покрываться чем-то, но мало ли, в дальнейшем будет какое-то влияние, может, а может и нет. Меня всегда забавляет, когда получается так, что одна часть какой-то конструкции в точности подходит к другой части, которая ну, никак вообще не была предназначена для того, чтобы быть частью, собственно, первоначальной конструкции, которую вы пытаетесь скрафтить. Мне нужно было найти материал для столешницы, и я нашел его. Самое интересное, что доски взяты вот отсюда. Это тот самый проход из гаража в сарай, который я делал. И, собственно, вот доски отсюда и пойдут на столешницу мне в кабинет. Сегодняшнего дня работы обнаружились все абсолютно паутины, которые здесь присутствовали, и выглядят они, конечно, достаточно эпично. Вечер в сарае. В прошлый раз изготовление стола завершилось на этапе шлифовки поверхностей.